протяжении веков человеческая мысль проникала сквозь пространство и время, строила грандиозные планы, выдвигала фантастические проекты. Но проходит время, и то, что казалось невозможным, сегодня является частью повседневной жизни. Мобильный телефон. Раньше это была фантастика. От эскизов Леонардо да Винчи до первого вертолета Сикорского прошло более 400 лет. От полета мысли Циолковского до первого шага человека в космос – 150. Сейчас мы стоим на пороге нового прорыва человека, и в наших силах приблизить наступление нового будущего. Будущего без аварий, без пробок, без загрязнения окружающей среды. Будущего, где транспорт безопасен, экологичен и быстр. Фантастика, скажете вы? Я говорю, это реальность. От идеи до воплощения – длинный путь. 36 лет разработок и расчетов, изготовление моделей и опытных экспериментальных образцов приблизило нас к ключевому этапу – сертификации транспорта, а затем к воплощению – строительству транспортных систем. Стоим в шаге от воплощения мечты в реальность. Наша компания Rail Skyway Systems Limited зарегистрирована в Великобритании. Я приглашаю вас стать нашим акционером. Я сам являюсь акционером компании и приобрел акции на 100 тысяч рублей. Более 500 000 собрали мои друзья, которым я рассказал о идее струнного транспорта. Приобретая пакет акций на 100 фунтов, вы приближаете будущее. Да, и еще. Одна акция сегодня, завтра может стоить 1 000 000. Фантастика?